По поручению главы государства прокуроры ведут системную работу по выявлению и возврату незаконно приобретенных активов. Субъекты предпринимательства на протяжении длительного времени не использовали по целевому назначению 14 земельных участков общей площадью более 10 тысяч гектаров. Это нарушало требования Земельного кодекса. Мерами надзорного органа земельные участки возвращены в собственность государства. Сегодня они вовлекаются в легальный экономический оборот. По иску прокурора Кызылжарского района возвращен незаконно предоставленный земельный участок площадью 47 гектаров. Всего государству возвращены активы на общую сумму свыше 300 миллионов тенге. Работа в данном направлении продолжается.